Я всех приветствую на своем канале девчонки-мальчишки и рада вас видеть всех на своем канале, где я худею с большого веса. Ну, сегодня хочу сказать о погоде. У нас погода постоянно дожди. Вот вышла все равно на улицу, потому что дождик целый день лил. Прохладненько сейчас стало, жара кончилась, началась прохлада. Вот кот бегает, ловит кого-то. Огурчики растут, но все в грязи, все это не успевает ничего высыхать. Дожди у нас льют. Ну ладно, это о погоде, а теперь о нашем похудении, о моем похудении, о вашем похудении. Ну, девчонки, скажу, вы все молодцы. И скажу за себя, что я не очень молодец, но я стараюсь. Я стараюсь, и все равно я не уйду никуда со своего пути, который я иду намеченным. Все равно пойду дальше, все равно буду худеть. И бывает, расстраиваешься. Ну, все мы такие, расстроимся, потом опять. Все это мелочи жизни. Наши расстройства. Мы живы, здоровы, худеем. Понемногу, по чуть-чуть, но все равно где-то стоит, где-то идет, где-то лежит, встает. Ну, в общем, как-то так идем. Иду, не брошу. Всем говорю, не брошу, буду дальше сбрасывать, стараться сбрасывать вес, потому что мне легче и физически, и вообще морально. Мне нравится вот такое и состояние души, и нравится, что чуть-чуть меняюсь, легче становится и движение, и все, и тело немножечко облегчается, а то неповоротливая ни туда, ни сюда. Ну, все вы прекрасно знаете, что становится легче жить. Поэтому все ваши читаю, смотрю, слушаю и делаю по-своему. И стараюсь по-своему. Может быть, я не права, но я делаю так, как подсказывает мне мое сердце, мое знание. Я ищу, конечно, методы еще, чтобы столкнуть вес. Ну, надеюсь, найду. Поставит, пойдет. Бывает у всех такое. В данный момент, вот за эти 2-3 дня, вот у меня он как был, вот я вам показала, так он стоит стабильно, причем ни вверх, ни вниз, вот сейчас, вот эти 3 дня. Стоит на одном месте. Это тоже показатель, тоже хорошо. Главное, вверх не растет. Поэтому смотрите мои сегодняшние меню за день. Ну, а завтра, может быть, с вами что-то приготовим. Вот на завтрак или на ужин можно иметь такой рецептик классный. Можно приготовить. Может, вам понравится, тоже будете делать. А сегодня, смотрите, мое меню, которое я сегодня питалась. И поставьте лайки, пишите комментарии. До новых видео. Смотрите, девчонки. Это мой завтрак. Здесь каша рисовая, сваренная на молоке с водой. Захотелось очень почему-то рисовую кашу. Яичко, сыр и кофе. Черный. Без порции моей 350 грамм. Всем приятного аппетита. Это мой обед. Здесь у меня борщ или щи. Я называю щи, потому что я не люблю белые щи. Я добавляю томат. И второе. Две котлетки с филе куриным и кабачком, огурчик, помидорчик. Всем приятного аппетита. А на ужин у меня вот такое рагу овощное. Здесь баклажаны, пол кабачка, один баклажан, пол кабачка, перец, помидорчики, лук, морковь,
В общем, я люблю такую вещь. Даже когда ездили на моря, ну вот что-то наподобие было такое. Очень вкусно, мне нравится. И без всяких, без мяса, без всего. Просто как веганский ужин. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и до новых видео.